Вот это здание большое, 412Б автокрепеж. Напротив него, вон оттуда, со стороны Старозагора, через двор стекает вот это все с декабря месяца. Это видео нам в редакцию прислали жители. Они рассказали, что проезжая часть вдоль домов давно превратилась в полосу испытаний. Машины на ней не могут разъехаться. Это не только доставляет неудобства, но даже приводит к дорожным авариям. Вот это безобразие уже творится второй месяц. Колодцы канализационные протекают, движение машин заторможено, детей возим в школу, проехать не можем по 2-3 часа. И, повторяюсь, на дню по 3 аварии бывает, и все, тут пробка. То есть именно вот из-за этой ситуации, что вот здесь плохо чистят? Да, здесь, да, не чистят. По словам жителей, канализационные люки здесь регулярно затапливает. В результате образуются протечки. Вода льется со дворов на проезжую часть. Говорят, что такая ситуация только осложняет проезд по и без того узкой дороге. В результате страдают не только водители, но и пешеходы. Дорога нечищенная, вот здесь проезд нету, 1,5 метра рабочей трассы нет. И вот по тротуару машины проезжают, прям по тротуару проходят. Вот смотрите, еще опасно ждать пешеходов. Конечно, опасно для пешеходов. Вот они вчера, когда авария здесь была, они проезжали вдоль дома, там накатанные следы это видно. Помимо этого, жители обеспокоены и состоянием дворовых проездов. Говорят, ямы буквально ждут, когда чей-то автомобиль угодит в их широкие объятия. Сами понимаете, как вот ездить? Вот не знаю, как ездить. Перепрыгивать. Как еще? Вот любого водителя остановить, он вам то же самое скажет. Вчера вот буквально аварии здесь были, три аварии. Решить проблему жильцы пытались не раз. Говорят, обращения в различные инстанции практически не дают результата. На днях дорогу все же почистили, но местные уверены, скоро ее снова зальют колодезные реки. Звоним на администрацию, выходим. Администрация, звоните в водоканал. Водоканал, и получается у нас замкнутый круг. А в водоканале звоните в аварийную. Ну и вот так она получается, все. Друг на друга перекажет. И никто не хочет на это внимание обращать. Жильцы надеются, что ответственные организации помогут решить проблему. Тогда люди смогут почувствовать себя в безопасности. Дмитрий Павлов, Никита Галочкин, Дмитрий Лукин, СТВ.